молодой человек с Волгограда, и мы приехали... Волгоград? Да, с Волгограда, ну как Сталинград, вы чего-то называете. И мы ехали здесь мимо, я это увидела, да, и потому что на обратном пути надо обязательно полетать. Его пока не уговорила. Когда бывают люди попадают, сегодня у них уже два случая было, но они за это не работают. Одни остались, остальные нет, за это нас. Побежали, побежали. Тут пару дней выехали. Сюда называется ущелье Крестов. Thank you.
там монополиями всякими, да?